сегодняшней аудиостатье вы узнаете, как правильно рассадить юкку садовую. Юкка – это древовидное растение, которое принято содержать как в цветнике, саду, на улице, так и в горшке дома. Юкка отлично себя чувствует во всех комнатных условиях. Однако есть виды, которые предназначены для посадки на улицу, поэтому лучше там их и рассаживать. Одним из таких растений является юкка ничета, или садовая, как ее еще называют. Юкка любит хорошо освещенные места, поэтому нужно ее рассадить так, чтобы не было постоянного затемнения, а в основном преобладало интенсивное освещение. Почву лучше выбрать для юкки комплексную и в сочетании нескольких видов земли. Лучшим вариантом для этого растения будет смесь дерновой и листовой земли в равных пропорциях с добавлением песка и перегноя. Песка обычно берут в половину меньше, чем остальных ингредиентов почвенной смеси для юкки. Основной уход за юккой после рассадки. Что касается полива, то лучше выработать специальную систему, поскольку растение не приемлет, когда его заливают, но и не доливать означает убивать постепенно. Можно следить за реакцией самой юкки. Ее заостренные листья – это отличный сигнализатор потребностей. Если у ничетой юкки свисают сами ниточки, а листья начинают закручивать, значит растение нужно полить. Что опасного в системе ухода за юккой садовой, так это то, что можно действительно не рассчитать количество воды, которую вы вносите. Конечно, показатели со стороны юкки мы уже определили, однако что будет, если под эмоциями спасти юкку вы нечаянно внесете намного больше воды, чем предполагается? Тогда корни юкки начнут гнить. В основном, по отзывам многих садоводов, именно чрезмерный полив является самым главным врагом юкки. Но давайте также поговорим и о том, какие вредители могут появляться на растении и как лучше защищать ее. Если вы заметили на листьях растения желто-оранжевые пятна, то это означает, что нынешний сезон выдался довольно влажным и растение начало болеть. В основном такие изменения внешнего вида появляются перед зимним периодом. В этих пораженных местах начинают активно развиваться бактерии, что отнюдь не облегчает нам задачу ухода. Инсектициды обычного применения могут нам поправить состояние. Кроме того, подвергается атакам юкка и со стороны слизняков, улиток и гусениц. Инсектициды также отлично справляются с задачей преодоления и борьбы и с этими вредителями. Если вы заметили плотные коричневые пятна, то их причиной появления может быть щитовка. Она поражает многие растения, но быстрое ее обнаружение поможет вам справиться с проблемой. Что требуется от вас, так это ежедневное протирание листов влажной тряпкой либо ватой, а один раз в неделю спиртовым раствором. Химические средства с щитовкой не могут справиться, поскольку та защищена специальным восковым экраном. Кроме того, причинами упадка может быть и обычное нарушение ухода. Например, желтая листва свидетельствует о недостаточном количестве освещения, либо слишком увлажненной почве в зимний период содержания. Так что следите за состоянием здоровья вашей юкки, и тогда она будет радовать вас после рассадки.